Алюравто в выставке «Астана International Автосалон» принимает участие во второй раз. В прошлом году был первый раз. Первый раз было очень интересно. Выставка принесла достаточно много клиентов. Конкретно по бренду Iveco в этой выставке мы постарались представить машины, которые бы отвечали нуждам государства, а также экологичные автомобили. Поэтому на этой выставке мы поставили Eco Daily, это первый казахстанский гибрид. То есть эта машина была произведена на заводе 40 Автопром, как первый гибрид, который построен в Казахстане. Машина ездит на 50% на электрическом топливе и на 50% на дизельном топливе. У нас здесь представлен Iveco Astralis. Это автомобиль, который будет собираться в Казахстане. Это дальнемагистральные тягачи стандарта Евро 5. Сейчас на машины по закону они должны соответствовать стандарту Евро 4, но мы решили сразу перейти на стандарт Евро 5, то есть чтобы уменьшить выбросы в атмосферу. А у казахстанских потребителей должны хорошо пользоваться спросом именно тяжелые грузовики с стандарта Евро 5, потому что Евро 5 это тот стандарт, который пропускают на Европу. Если машина не соответствует этому стандарту, их пропускать просто не будут. А сейчас вопрос стоит по тому, как будут пользоваться популярностью гибридные машины, поэтому первую партию мы планируем произвести небольшую, и, возможно, эти машины будут в основном проданы в государственные органы, то есть чтобы государство показывало, что оно помогает продвижению экологического транспорта.